Павлодаре сменился аким. На место Ануара Кумпикеева, который руководил областным центром с августа прошлого года, пришел Кайрат Нукенов. Ранее он занимал должность замакима Павлодарской области и курировал вопросы сельского хозяйства. Поводом смены градоначальника послужило недавнее заявление акима области Булата Бакаова. Он выразил недоверие в отношении своего подчиненного, обвинив Кумпикеева в нерациональном расходовании бюджетных средств. В частности, бывший аким получил строгий выговор за покупку дорогой эбеновой мебели для акимата. А после Ануар Кумпикеев уволился по собственному желанию. Сегодня на сессии городского маслихата аким области представил активы города нового руководителя, перед которым обозначил ряд приоритетных задач. На всех должностях Кайрат Тимишотович проявил себя профессиональным, компетентным управленцем, обладающим знаниями и умениями науки. Хорошо ориентируется в вопросах государственной политики и рыночной экономики, владеет вопросами производственной и коммунальной сферы. В свою очередь от себя заверила, что для комфортного проживания жителей, для развития нашего региона и для выполнения всех поставленных перед вами задач я приложу все свои знания, силы и опыт.